Так Удиса не совсем обычная работа. Он делает рай. И это тот случай, когда рабочие навыки очень даже пригождаются в семье, в их доме, когда не горюют и не ссорятся. Вот если бы еще папа пораньше возвращался с работы, а еще лучше было бы ему немножко не походить на работу и всем так Удисам, и папе Володе, и маме Юле, и сынишке Артему вместе отправиться в отпуск. Вот только что делать, когда лето жарко?